Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро во вторник призвал финансовые учреждения, в частности сберегательные банки страны, улучшить структуру капитала на фоне тяжелого долгового кризиса в некоторых странах зоны евро. Перед нами стоит срочная и большая задача. Все учреждения как можно скорее должны улучшить структуру капитала, а также его качество, чтобы наконец-то привести в порядок кредитные потоки и обеспечить стабильность сберегательных банков. Хотя Сапатеро считает финансовую систему в целом платежеспособной, он все же отметил, что стабильность финансового сектора Испании вызывает сомнения. По его словам, к этому привели неблагоприятные экономические условия, в частности, последствия резкого скачка на рынке недвижимости. Сапатеро также призывает к реформе коллективных договоров, даже если переговоры с профсоюзами не приведут к соглашению. Правительство уверено, что соглашение между профсоюзами и конфедерацией предпринимателей будет достигнуто. Однако, если переговоры не приведут к соглашению, мы примем необходимые меры, чтобы провести реформу коллективных договоров. Кроме этого, все знают, что правительство намерено провести реформу пенсионной системы. Напомним, что недавние переговоры между правительством и профсоюзами в отношении пенсионной реформы не увенчались успехом.